Афганские власти усиливают меры безопасности в дипломатическом районе Кабула. Там находятся посольства зарубежных стран и правительственные учреждения. Так, в столице установят 27 постоянных контрольно-пропускных пункта. КПП снабдят камерами слежения, мобильными сканирующими устройствами для выявления взрывчатых веществ. Также будут работать служебные собаки, а все въезжающие в столицу автомобили будут тщательно проверять военные и полицейские. На такой шаг власти пошли из-за участившихся терактов. По данным ООН, за первое полугодие в Кабуле в результате нападений погибли около 300 мирных жителей, раненых в 4 раза больше. В основном за атаками стоят талибы. Кроме того, в стране заметно усилилось влияние ТИГИЛ. Мы разработали новый план безопасности, и на данный момент приоритетной территорией является район с диппредставительствами в центре Кабула. На него приходится самый высокий уровень угрозы, и мы должны обеспечить здесь безопасность.